серое вещество мозга. Человек-паук. Добро пожаловать на тренировку. Я знаю, что тебе не терпится поскорее начать, но сначала просто подойди к знаку вопроса. Очень приятно, что ты меня слушаешь. А сейчас эти знаки вопроса научат тебя использовать твои силы. Посмотри на компас. На нем стрелка будет показывать вверх. Вверху на компасе, значит впереди для тебя. Понял? А это измеритель высоты. Он даст знать тебе, насколько ты выше или ниже своей цели. Ты красная точка, а твоя цель синяя. Теперь мы узнаем, дальтоник ты или нет. А теперь иди попробуй. Я подожду, но недолго. Это невероятно! Неужели я это сделал? Ты еще даже не дошел до самого интересного. Красиво, правда? Ну хорошо, не совсем, но это всего лишь тренировка, правильно? Чтобы вращать вид, двигай мышку влево или вправо. Или же нажимай на кнопки «Молния». Научиться раскачиваться с помощью паутины. Но сначала нам надо кое-что уяснить. Не пробуйте сделать это у себя дома. Он вряд ли достаточно высок для этого. Хорошо. Теперь, когда мы покончили с социальной рекламой, нажми на кнопку раскачивания на паутине, чтобы начать раскачиваться. Если ты продолжишь держать кнопку раскачивания на паутине, то будешь перемещаться быстрее. Однако не забывай, что ты можешь легко пропустить нужное тебе место. Ты, впрочем, можешь воспользоваться компасом и навигационной стрелкой. Но если ты потеряешься, то я тебе не смогу помочь. Выключи механизм. Я-ху! Ты можешь оборвать прыжок с паутиной с помощью кнопки прыжка. Вы можете использовать боевые комбинации, а специально для тех, у кого короткая память, мы сделали список всех комбинаций. Защищать кулаками справедливость. Бей кнопкой удара и пинай кнопкой удара ногой. Может, это и некрасиво, но эффективно. Ты что здесь делаешь, дистрофик? Не могу поверить. Я стал в несколько раз сильнее. Очень хорошо. Если хочешь еще побить негодяев, то подойди к двери и нажми кнопку удара, а потом иди по компасу. Хорошо. Сейчас ты находишься у стены дома. Твоя следующая цель находится на крыше. Ты, конечно, можешь и заползти, но я знаю, что ты очень нетерпеливый. Если ты, когда будешь ползти вверх по стене, нажмешь кнопку «Молния», ты полетишь в направлении, в котором ты ползешь. Thank you.
во время ходьбы нажать кнопку «Хлопок паутиной», и ты подлетишь в том направлении. Можешь нажать на кнопку «Хлопок паутины», когда просто стоишь на месте. Тогда ты просто подлетишь вверх и прицепишься к потолку. Конечно, если там есть к чему прицепиться. Если нет, то ты просто будешь выглядеть как идиот. Если ты будешь держать кнопку паутины и нажмешь кнопку «Хлопок паутиной», то сможешь подниматься и опускаться по сети. Это очень хороший способ разведки местности. Привет всем! Это был длинный день, правда? Используя компас и измеритель высоты, найди выход. Удачи тебе! Отлично получилось. Может быть, из тебя что-то и получится. Желаю удачи. Моя история до банального проста. Я вырос сиротой. Меня, как собственного сына, растил дядя Бен. Жилось нам нелегко, денег не хватало, и тогда нам на помощь пришли мои удивительные способности. И в тот роковой день мы как назло поссорились с дядей Беном. Этот день стал для меня днем разочарования. Даже Костолому удалось несколько раз задеть меня. Сейчас я до тебя доберусь! Затем меня удалили с поединка за грубое нарушение. Так они сказали. Стой! Остановите его! Центральная? Угон машины и убийство на Мейн-стрит. Скорее всего, есть связь. Вас поняла. Бригада криминалистов уже в пути. Ожидайте прибытия. Дядюшка Пен убит. Нужно найти ублюдка и отомстить ему. Мы ничего не сможем поделать. Возможно, Человек-паук нам поможет. Это территория Сколсов. Я найду убийцу дяди Бена, даже если придется снять скальпы со всех Сколсов города. Когда ты около дома, нажми на кнопку «Хлопок паутины», и ты подлетишь в нужном тебе направлении. Хотя ты, конечно, должен это знать, если ты проходил тренировку. Уберите его отсюда! Что, не можешь встать? Я только начал! Thank you.
ничего. Один из этих неудачников ответит на мои вопросы. Похоже, что урод хочет поиграть. Уберите его отсюда! What's with the getup? Ничего, этот убийца не уйдет от меня. What's with the getup, chump? Посмотри... Кто это? Скажи, что урод хочет поиграться! Ты связался с тем парнем! Что, не можешь взять? Сегодня днем грабитель автомашин убил еще одного старика. Ему снова удалось уйти. Где он? Отвечай! Я не могу сказать! Он убьет меня! В противном случае я убью тебя. Я не хочу умирать. Я скажу, он прячется на старом складе. За городом. Больше я ничего не знаю. Спасибо. Можешь встать? Уберите его отсюда! Большое тебе спасибо! Ты меня спас! Не беспокойтесь, дамочка! Мне пора идти! Подожди, я хотела тебя попросить кое о чем. На одной из крыш я забыла свою сумку. На другой крыше? Да! Не на этой? Не на такой? Да. Ты серьезно? Ты что, путешествуешь по окрестным крышам? Да! Как бы там ни было, я найду твой кошелек. Спасибо. Где он? Эй, ты! What's with the getup, chump? Уберите его отсюда! Вот твой кошелек. А теперь мне надо найти убийцу. Получи свой кошелек. Большое тебе спасибо. Городу нужны такие герои в маске. Ну, если ты настаиваешь. Да, держись подальше от этих крыш. Здесь шляется много темных личностей. И бойся Хорошо. Того, кто жужжит Еще на крыше. Еще раз спасибо.
Скоро здесь будут легавые. Пойдем, мы свое дело сделали. Черт, эта дверь открыта. Мэн! Двери надо закрывать, а то легавые могут нагрянуть в любой момент. Видишь, вот там туман. Так вот, всегда, когда ты находишься в тумане, то ты невидим для врагов. Я тебя порву на тряпочки. What's with the get up? Похоже, что он хочет поиграть! Отвалите его отсюда! Эй, ты! Ты труп! Поставлю тебя на место. Если ты подойдешь к предмету и нажмешь кнопку удара, то ты его поднимешь. А если нажмешь еще раз, то ты его бросишь. Если же тебе лень поднимать, а затем кидать, то просто подойди к предмету и нажми кнопку удара ногой. Это понятно, или мне за тебя вообще всю игру пройти? Если ты зажмешь кнопку паутины, то сможешь связать паутиной врагов. Однако потом они все равно вырвутся, так что слишком не расслабляйся. Моя паутина уже готова! Стой, где стоишь, убийца! Какого? Не дайте ему уйти! Я прикрою дверь, босс. Так ему не уйти. Кто это? Похоже, что урод хочет поиграть! Ты проиграл, сын! Уберите его отсюда! А!
отсюда! Нужно бежать к щиту управления, если я хочу открыть. Ты связался не с тем парнем. Когда видишь на земле вентиляционный люк, то попробуй осмотреться вокруг и поискать открытый ход. Это часто помогает, когда не знаешь, куда идти. Ничто меня не остановит. Нужно вырубить энергию и бежать отсюда. Я тебе скажу на тот случай, если ты не знаешь. Ты можешь активировать консоль, подойдя к ней и нажав кнопку удара. Давай, попробуй. Нет, серьезно, попробуй. Я найду убийцу дяди Бена. Нужно бежать к щиту управления, если я хочу открыть эту дверь. Что? Уйди с дороги! Кто это? Уберите его отсюда! Там мне и надо быть. Вроде бы обо всем позаботился. What's with the getup, chump? Ты связался не с тем парнем. Это должно открыть дверь. Вот куда он убежал. Ты попался. Эй, ты! Как я... Дороги. Закрой! Уберите вот, его что отсюда! Он хочет поиграть! Уберите его отсюда! Thank you.
можешь. Уберите его отсюда. Я поставлю. Уберите его отсюда! Нажмешь кнопку камеры цели, то войдешь в режим осмотра. И перед тобой появится прицел, которым ты можешь управлять либо мышкой, либо клавишами управления. Когда прицел станет зеленым, можешь стрелять или еще раз нажми на клавишу молнии, чтобы выйти из этого режима. Куда он подевался? Эй, он исчез? Наверное, мне показалось. Согласись, что нет ничего более постыдного, чем быть убитым каким-то врагом, которого ты не заметил. Если ты нажмешь кнопку, то закрепишь камеру на своем враге. Ты также можешь переключаться между врагами с помощью кнопок управления камерой выслеживания. What's with the getup, chump? Что, не можешь? Сейчас ты не такой крутой, да? Я тебя порву на тряпочки. Похоже, что урод хочет поиграть. Ты заплатишь. Убери его отсюда. Ты связался не с тем парнем. Меня не учи, убийца! Заткнись! Заткнись!
знаю, кто ты, но ты труп. Неужели его ничто не остановит? Тебе, уродина, меня не напугать. Дороги. Опять ты? Только не ты. Не подходи! Я предупреждаю тебя, негодяй! Теперь тебе не уйти. Теперь ты полностью мой. И ты получишь по заслугам. Наступает день, и люди меняются. Меняются и остаются такими навсегда. Поэтому следи за тем, в кого ты превращаешься. Ты становишься мужчиной, а значит, обретаешь великую силу. И за эту силу ты несешь ответственность. Дядя Бен. Его смерть прогремела, как гром среди ясного неба. Но боль утраты постепенно стихает. Эта девушка с чудесными каштановыми волосами – Мэри Джей Уатсон. А этот бравый парень – Гарри Осборн, мой лучший друг. Мы неразлучны с тех пор, как умер дядя Бен. Дэн Норман. Неплохой парень. Когда-то еще в студенческие годы мы делили одну крышу на троих. Но потом закончили университет, и Дэн перебрался в город. Я получил работу в Daily Beagle и стал писать статьи. О себе. Временами мне кажется это странным. Однако я считаю, не важно, что ты сделал в этой жизни. Важно, что время вспять не повернуть. Генерал Слоттер, нам нужна всего неделя, чтобы провести окончательное тестирование нашей разработки. Пока что мы можем реально потерять контракт с лабораторией Questlab. Если это случится, то Оскорб уже завтра станет банкротом. Можно только надеяться, что они поймут наши технические проблемы. Да, мистер Осборн, как вы видите, на этом ролике Человек-паук обладает всеми необходимыми свойствами, которые мы пытаемся воссоздать в нашем проекте. Мы уверены в том, что он унаследовал структуру ДНК паука, и я хочу подчеркнуть, что его анализы крови помогут завершить нашу разработку. Мы можем заставить наших хищников стать пауками и поймать Человека-паука. Приступайте. Если я хочу заработать денег за эту неделю, надо будет сделать пару фотографий для Джей-Джей. В городе все тихо. Надо будет найти тихое местечко и заняться воздушной акробатикой. Тренировка никогда не помешает. Надо бы начать с разрыва паутины, если я прыгну. Пара хороших снимков, но за них Джей-Джей не заплатит кучу денег. Тут мне понадобится преодолеть небольшое заграждение. Эти штуковины должны выполнить свою задачу. Я просто зацеплюсь на них и пару раз прыгну с поворота. Все нормально, но снимкам необходимо немного действий. Неплохо. Весьма неплохо.
снимки для Джей-Джея я сделал. Надо идти в редакцию, получить деньги. Не знаю, что это, но выглядит это не совсем дружелюбно. Эти парни настойчивы. Чисто для информации. Что нам пишут на мониторе? Эти штуки все приближаются. Эй, кто-то из тех, кого я знаю, армия знающих кто. Разрешено ли им стрелять в компании? Да, у меня есть враги, но это уж слишком. Джей, останови это безумие! Послал. Что там происходит? Какого черта? Вставай, нужно спешить. Яйкс! Не так быстро. За работу, мальчики! Есть стена, нет стены! Без паники, ребята! Смерть Человека-паука всего лишь вопрос времени. Снимите охрану и возьмите немного солдатиков. У нас проблемы. Нужно подкрепление. Подкрепление выехало. Не знаю, что это за тварь, но следить за ней легко. Ветслинг пришел. Можно мне? Лучше я проверю. Режь им с тобой. Даже не пробуй идти туда. Нарывайся на лучшее.
Вы должно быть электрик. Или нет? Мистер Высокое Напряжение. О, точно, я понял. Не угадал. Я Электрошок. Я же просил тебя не забывать мое имя, иначе ты еще долго будешь его помнить. А теперь попрощайся со своей жизнью, сосунок. Теперь ты запомнишь. Ха-ха. Надолго. Помогите! В чем дело? Тебе надо быть более внимательным. Я с тобой. Ну что, весело? Даже не пробуй, не срывайся на лучшее. Вроде я этого ни разу не слышал. Это последний. Ой-ой, кто-то идет. Этот недоумок меня раздражает. Сейчас я наведу здесь порядок. Чего встали? Пошли отсюда. Слушайте, паук будет сразу за нами. Как только он выйдет, набросьтесь на него. Мы не дадим выиграть какому-то клоуну в красной пижаме. Похоже, меня здесь ждут. Похоже, ключ от той двери. Осторожно, я принес. Осторожно. Ха-ха, прихлопнем паучка.
Врежь ему побольнее! Тупой и уродливый. Похоже, надо включить еще один переключик. Это открывает дверь. Надо не потерять из виду шокера. Что это там? Руки вверх. Я с тобой. Без автографа. Пришло время покончить с тобой, недоумок. Вик, начинай. Я готов. Вэтслинг пришел. Весело? Даже все убегают. Можно это использовать. Теперь отключу воду и примусь за шокера. Вот так. Это что, двух фанов шокера? Давайте на лучшее. Ты не очень крутой. Осторожно. Thank you.
тобой. Потанцуем. Надо искать другой способ открыть эту дверь. Он слишком быстрый. Еще одна закрытая дверь. Надо найти ключ. Я готов убраться из этой канализации. Надеюсь, этот ключ мне поможет. Электрошок! Он направляется в сторону подземки. Я должен остановить его как можно быстрее. Я не догнал его. Он здорово бегает. Чёрт! Остынь, Шок! Ты же знаешь, тебе не уйти от меня живым. Вот именно, слизняк. Ты слишком долго меня преследовал. И теперь я прикончу тебя. Раз и навсегда. Катись на волнах Шокера!
Пришло время преподать тебе урок, и наша школа шокеров принимает у тебя вступительные экзамены. Дай мне передохнуть. Нет сил наблюдать за твоими мучениями. Я уже слышал эту шутку. Ты что, подписан на ту же рассылку анекдотов? Вставай, не тяни резину. Попробуй поговорить с кусочками твоего духа. Мои боли в спине исчезли. Я тебя пережую и выплюну. Умные. Похоже, твой летающий друг решил оставить тебя на произвол судьбы. Но ему далеко не уйти. Ах, если я не получу свое, хищник тем более ничего не получит. У него есть своя мастерская, недалеко от старой часовой башни. Вход с восточной стороны. Хищник, значит. Спасибо, Электрошок. Передай привет моим старым друзьям. Похоже на какой-то притон. Надеюсь, я хорошо тебя встретил, насекомые. Я бы спустился, но ты, похоже, занят, Человек-паук. Я могу дать тебе немного времени. Что-то я себя как-то странно чувствую.
У тебя дворецким работает случайно не Квазимодо? Звоночек, скажу я вам. Одни произведения искусства. Снова ты, паразит! Когда же ты оставишь меня, наконец, в покое? Отдохнешь на нарах, свинья. Учила тебя, что воровать грешно. Ты чересчур настойчив, Человек-паук. На этой вечеринке один гость лишний. Это ты. Сейчас мы это исправим. Человек-паук, слишком быстро для тебя. Эй, вернись! Нам ведь было так хорошо, да? Какая неудача! Что ты выберешь, Человек-паук? Несколько драгоценностей или жизни невинных? Ну что, наглая твоя морда? Надо как-то решить нашу проблему. Ладно, разберусь с этим, а потом примусь за хищника. Сдавайся, Человек-паук, и ты не будешь страдать. Прости, придется тебя наказать. Эти люди хотят пить, не так ли, Человек-паук? Предложу-ка я им выпить. Народ там внизу уже достаточно ждал. Ты никогда не поймаешь меня! Иди домой, пацан! Ну нет, я не могу этого сделать. Что скажут мои верные фаны? Ну вот, надо стирать костюм.
так просто не уйдешь. Покончим с этим раз и навсегда. Я тут как мишень. Пускай! Слышь, проклятый! Влетаешь там на сквозняке и еще простудишься. Хищник сброшен на землю. Вот он мой шанс выщипать. Я еще не закончил с тобой. Что, нет ветра в парусах? Быть побежденным каким-то клоуном? Я еще не закончил с тобой. В твоем возрасте ты заставил меня приземлиться. Подожди-ка минутку. Нет ничего лучше, чем одиночество. Приготовься встретить свою смерть. Что, нет ветра в парусах? Победить меня в воздухе? Я не могу оставаться в воздухе. Спускайся, хищник. Летаешь там на сквозняке и еще простудишься. Запомни, хищник, ты не имеешь права брать то, что тебе не принадлежит. Какой пример ты подаешь молодому подрастающему поколению? Неужели ты решил заняться нравоучениями? Думаешь, на меня это подействует? Сэр, у нас проблема. Наша система обнаружила две одинаковые мишени. По своей структуре и структуре ДНК они обе напоминают Человека-паука. Цели абсолютно идентичны. Поэтому возникает резонный вопрос. Где настоящий Человек-паук? У нас нет времени выяснять это. Продолжайте их отслеживать, а когда они оба окажутся на максимально близком расстоянии друг от друга, замыкайте систему. Вам все ясно? Да, сэр. Ха-ха! Возвращайтесь к своему безмозглому хозяину! Нет! 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 Снова спускаться в подземку после битвы с электрошоком. Это должно быть судьба. Однако, с другой стороны, это влечет за собой шальные деньги. Когда я научусь держать свой рот на замке? Помогу-ка я им убраться отсюда. Thank you.
послан по нашей душе. Что бы это значило? Я никогда раньше не видел этого парня. Слезь с меня! Слезь с меня! Он на мне! Однажды я освобожусь! Я ненавижу! Ненавижу! Чисто для информации, кто напишет нормально! Еще один робот, еще кучка запасных деталей. Темное правительство наблюдает за всеми. Может, повторим как-нибудь? Эй, робот-убийца 5000, как насчет этого? Тяжелая штучка. Ну так что с тобой случилось? Тебя укусил радиоактивный скорпион или как там? Не подходи ко мне! Ого, приятель! Да я просто... Я тут ни при чем! Я все скажу! Я все скажу! Смогу ли я тебя уничтожить? Да, я смогу! Свобода! 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 Ты хорошо придумал, Скорпион. Но это еще не конец. Признайся, Скорпион, тебе нужна помощь. Признаться? Нет, не хочу признаваться. Тебе не вернуть меня. Вернуть? А куда тебе возвращать? Ты что, не слышал о таком слове «ванная»? Как ты можешь шутить? Осторожно, не поранься. Заткнись, заткнись. Ха!
этим уже ничего не поделать. Ты что, пришел сюда прямо из канализации? Как ты можешь шутить? Не знаю, кто это сделал, приятель, но мы отвезем тебя в больницу. Не волнуйся. Это создание нападало на меня и раньше. Интересно, кто это был? Скорпион? Исчез? Вот это уже плохо. Придется начинать все сначала. Совет не может меня уволить. Я построил эту компанию. Она моя! Я преподам им урок, который они никогда не забудут. Мы ни на шаг не продвинулись. Время вышло, доктор. Мистер Осборн, я не слышал, как вы вошли. Переходим к испытаниям на человеке. На человеке? Но это очень опасно. Вам нельзя! Приступайте сейчас же, доктор Сторм, или вы уволены. Я хочу проверить его в действии и немедленно. Мистер Осборн, вы в порядке, сэр? Жаль, что Питер сегодня работает. Главное, что ты смогла прийти. Мне так хочется познакомить тебя с моим отцом. Ох, Гарри. Нет! Помогите! Никогда не бывает просто. Кто ты? Нет, не отвечай, я сам догадаюсь. Ты хоббит. Я всего лишь сознательный гражданин, очищающий город. Эй, там просто неземная. Руку подать. Спайдермен! Держись. Спасибо. Нет проблем, просто работай. Ты в порядке? Да, спасибо. У тебя здорово получилось. Спасибо. Мне нужно разобраться с ним. Ну, ты понимаешь? О, да. Спасибо еще раз. Не стоит ловить грабителей и негодяев, разбойников и преступников. Это мой профиль. Удачи тебе, тигр. Сегодняшняя встреча просто подарок для меня. Извините, сегодня не поставим автографы. Вау, ты это видел? Осторожно, сюда идет Спайдермен. Человек-паук, просто Человек-паук, а не какой-то там Бэтмен. Постой! Куда это ты направился? Зачем нам сражаться? А вот ты перестанешь сбрасывать на меня бомбы, и мы посмотрим.
эта станция произведет на людей больше впечатления. Я не могу позволить, чтобы эти башни нанесли вред кому-либо. Почему ты такой наивный? Эти люди тебе никогда не понравятся. Я не могу осудить их. Ты слышишь это? Это твое будущее, и оно несет в тебе. Это точно? У меня нет времени тут с тобой играться. От меня не уйдешь. И даже не уползешь. Тебе нравятся мои игрушки? Осторожно, дорогая. Говорят, что Спайдермен опасен. Да, благородная публика ждет моих подвигов. Давай еще кого-нибудь найдем, чтобы поиграться. Хотел бы высказаться против этого. Я весь день сжигал мосты, но это просто совет. Надо спасти этих людей, остановив падение моста. Психически неуравновешенный параноидальный шизофреник. Ты не такой уж идиот. Да ты прирожденный араб. Зачем ты со мной сражаешься? Ты не читаешь газеты? Я борюсь. Вау! Эти парни обвиняют русское профессия. Спайдермен. Человек-паук. Просто Человек-паук, а не какой-то там Бэтмен. Айди ты тут. Какой-то бред! Я пойду поищу новую площадку. Пока не пострадали невинные, я сделаю так, чтобы страдали виновные. Время покажет.
Скользитель, может быть, будешь? Да не поздно учиться новым трюкам, да? Понял, ты психически неуравновешенный шизофреничный параноик. Такой крутой! Иди к папочке! Только попробуй, мой друг! Тебе понравится! У меня начинаются спазмы желудка, когда ты называешь нас друзьями! Почему пустые слова? Тебе конец! Это ты так думаешь? У меня есть для тебя маленький подарок! От бомб
с угарным газом тебе точно не спастись. Когда я взорву их, представь, что будет с городом. Ты можешь либо подохнуть вместе с остальными, либо попытаться остановить меня. Выбирай сам, герой. Я не могу позволить ему сбежать. Но если я не остановлю механизм, последствия будут ужасные. Разберусь с этой зеленью позже. Нужно обезвредить бомбы. Обезвредить бомбой. Две бомбы? Нет слов. Бомбы? Да, зеленый уродец не шутит. Могу поверить, что вся эта возня из-за одной бомбы. Все кончено? Слава богу. А я еще раздумывал, бежать за ним или заняться бомбами. Сначала думаю найти укромное местечко и спокойно умереть от инфаркта. Ты все-таки сделал свой выбор, Паук. Ну все, пришла очередь зеленого гоблина. Да прибудет со мною сила. Поздравляй, я решил разобраться с тобой прямо сейчас. Ищешь меня? Вот он я. У вас появились новые игрушки. Тебе нравятся мои лазеры? Я так и думал.
как говорится, быстро и мертв. Надо двигаться и думать быстрее. Не похоже, что тебе это нравится. Разве это не весело? Нет. Надо найти укрытие, иначе одним пауком на свете станет меньше. Кажется, где-то рядом я видел строительную площадку. Там я смогу спрятаться. Убегаешь? Но я еще с тобой не закончил. Этого-то я и боялся. Мне действительно нужно сваливать. Ну что ж, паук. На этом, пожалуй, и остановимся. Меня ждет еще много важных дел. Закончим как-нибудь в другой раз. Дело приобретает крутой оборот. Следует полистать литературу. Возможно, там я найду ключ к разгадке. Странно. Все указывает на то, что он работает на лабораторию Оскорб. Убийство и корпоративная диверсия. Гарри очень удивится, когда узнает, что его отец тоже приложил к этому руку. Я должен узнать правду, а это значит, что мне придется нанести неофициальный визит в лабораторию. Человек-паук! Человек-паук! Так. Какую же ты запутанную паутину плетешь, паук? Похоже, у меня сегодня внеплановое свидание. Вообще-то взламывать коды не мой метод, но у меня просто нет выхода. Ну, Спайди, ты сюда добрался. Дальше-то что? Нельзя, чтобы стража увидела меня и подняла тревогу. Сломщик! Извини, без автографов. Эй!
раскалывается. Лучше сохранить это до поры до времени. Здесь прохладно. Так, посмотрим. Гарри сказал, что лаборатория надежно охраняется. Обойти эти бластеры будет не так-то просто. Тут требуется тот самый особый код. Гарри сказал, что открыть этот замок одному человеку не под силу. Меня уже тошнит. Кое-что я смогу найти на компьютерах. Что ж, пора приступать. Мне нужна новая обувь. Включить тревогу! Меня уже тошнит. Это Спайдермен! Ноги просто раскалываются. Что это было? Что Спайдермен делает здесь? Скорее бы домой. Один есть, нужно еще четыре. Спина просто раскалывается. Меня уже тошнит от этих ночных смен. Ноги просто раскалываются. Последний раз я дежурю за Джимми. Два есть, надо еще три. Ноги просто раскалываются.
Интересно, что на ужин? Меня уже тошнит от этих ночных смен. Больше никогда не соглашусь на 24-часовую смену. Здесь темно. Уже три. Более половины пароля. Нужен еще один. Ноги просто раскалываются. Все, теперь можно открыть ту дверь. Спина просто раскалывается. Тревога! Посмотрим, смогу ли я... Получилось. Доктор Рут, я обеспокоен нашим проектом. Ранее в нашем городе ничего подобного не практиковали. Любая случайность или утечка приведет к ужасным последствиям. Послушайте, М-Тауэр, вместо того, чтобы умничать, разработали бы лучше новый проект. Никакой катастрофы не произойдет, ясно? Что вы здесь готовите, ребята? Клянусь, я не знал, что лаборатория занимается разработкой химического оружия. Химическое оружие? На это никто не давал санкции. Что будет, если оно попадет на улицы города? Я здесь бессилен. Лаборатория надежно охраняется. Именно поэтому я и пришел. Я позабочусь об этих химикатах. Скажите, что нужно сделать? Для начала найдите центр управления, откуда химикаты впрыскиваются в перерабатывающий комплекс. Я дам вам рацию, чтобы вы смогли связаться со мной, когда доберетесь туда. Спасибо, док. Осторожней, не наткнись на патрули. Ты не можешь позволить им заметить тебя. Меня уже тошнит от этих ночных смен. Взломщик! Извини, без автографов.
Главное, что мне платят за это в два раза больше. Здесь темно. Это Спайдермен. Сейчас находишься. Они контролируют впрыск химикатов в систему вентиляции. Тебе нужно активировать их в правильном порядке. Определенно, кое-чего я хотел бы избежать. Как только включишь впрыск химикатов в систему вентиляции в первых двух комнатах управления, пойди в центральную комнату управления и включи впрыск химикатов там. Потом вернешься и повторишь процесс для двух последних комнат. Интересно, что на ужин? Включить тревогу! Эй, какой из двух терминалов мне использовать? Я не уверен, но осмотрись вокруг терминала. Вдруг найдешь что-нибудь полезное. Thank you.
бой и Спайдермен! Он был здесь! Тревога! Эй, эта дверь заперта! Дай мне посмотреть. Паук, будь осторожен. Доктор Роу, глава проекта, понял, что что-то не так. Он идет в твою сторону. Тебе придется забрать ключ у него. Это единственный вариант. Он взял с собой супер-робот. Будь осторожен. Это не лаборатории, а лабиринт какой-то. Где я, черт возьми? Ого! Это серьезнее, чем я думал. Намного серьезней. Датчики движения активировали электромагнитное поле. Вначале придется избавиться от него. Thank you.
парень, который создал этих монстров, просто маньяк! Последний генератор. Теперь займусь сенсорами. Ой-ой, ситуация накаляется. Осталось только найти кабинет Осборна и подальше от этого места. Мэри Джейн? Нет, не может быть! Как им удалось узнать об МДЖ, но мне нужно выбраться отсюда и как можно быстрее. Нужно вернуться тем же путем, которым я вошел сюда. До успеха всего один шаг, не считая десятков вооруженных до зубов охранников. Нет проблем. Контакт. Победить.
консоль безопасности. Может, я смогу отключить систему безопасности на этом этаже? С лазерами разобрался, теперь странные башни. Теперь найти пропуск для этой двери свободен. Хорошо, энергия двери отключена. Денек. Что, смертельно устала на работе? Я облегчу твои страдания. Нет! Хороший улов! Эта милая девушка станет шедевром моей коллекции. Опоздал. Не волнуйся, Мэри Джей, я иду к тебе. Тронешь ее, и ты покойник. Мне надо двигаться быстрее. Если бы ты не был в стране, я бы тебе зубы выбила. Это не по-женски. Спайдермен, на помощь! Не вмешивайся в ее, гоблин. Это касается только тебя и меня. Спайдермен, на помощь! Мы уже почти там, герой. Давай уладим наш конфликт. Оставь ее в покое и давай проверим, как ты крут. На помощь! Заткнись, малышка! Давай, приятель! Давай покончим с этим! Поторопись, огонь приближается! Осторожен!
Ты больше никого и никогда не обидишь. И что же ты мне делаешь? Что же ты, урод? Бьешь ты мягко сердечно и сладко. Мистер Осборн? Но почему? Сюрприз. Должен был быть сюрприз. Но главный сюрприз еще впереди. Прости. Мне очень жаль. Ты меня прости. Мэри Джейн, я должен признаться тебе. Я... Я знаю, кто ты. Ты наш спаситель. Такова моя жизнь. Во всей красе. Кажется, все на этот раз. До встречи!
We should do this again sometime. I'm Spider-Man. Ooh! Now you're getting into the spirit of things.